Всем привет, друзья! Давайте сегодня с вами сделаем такой мягкий, теплый осенний макияж. Попробуем, по крайней мере. Не факт, что у меня это получится, потому что вчера планировала. Был повод накраситься, был день рождения у моей дочери, ей исполнился 1 годик. Но день был настолько активный, что я, к сожалению, не смогла это все записать, как я собиралась. Я хотела и укладку вам снять. Мне кажется, было бы интересно, но не получилось, к сожалению. Поэтому давайте сегодня. Сегодня у нас суббота. Тоже есть повод сделать макияж с базой The Pore Professional от Benefit. Вот так. Немного вытерла. Так как сейчас утро, а мне сегодня нужно целый день быть с аккуратным макияжем, что не знаю, появится ли возможность подправить. Поэтому я беру Double Wear, это такой вот стойкий крем, самый стойкий, наверное, от Estée Lauder. И Lumene CC крем, я их смешиваю. Получаю консистенцию и цвет, который на данный момент мне подходит. Потому что загар мой вообще что-то уже смылся. Да, конечно, Color Corrector сам по себе подстраивается под тон кожи. Ну, более-менее, по крайней мере, лучше, чем вот этот Estée Lauder. Использую вот это средство, тоже Benefit, Concealer-база под тень. Этот корректор тоже не использую, потому что у меня тут кое-что стоит. Я также использую вот этот ликвид камуфляж, потому что он немного светлее цветом, и мне нужно немного высветлить эту зону. Перехожу к теням. Использую теплую вот эту палетку Naked Heat от Urban Decay, даже не теплую, а горячую палетку. Здесь цвета как раз на осень очень подходящие. Ну, наверняка вы видели уже видео с этой палеткой, это новая палетка, буду наносить базовый цвет на все веко, это вот этот второй, пушистой кисточкой, чтобы сразу хорошо его растушевать. И в складку затемню каким-то матовым красивым. Давайте, например, возьмем вот этот такой красноватый оттенок под названием He Daily. Он зло переводится, если я не ошибаюсь. Я расчешу брови под Catrice. Вот такое вот перманентное средство. Стоит вот так вот, зачесываю. Ресницы. Вот такая тушь Vien Sablon Кабаре. Что получается? Теперь переходим к коррекции. Кремовый корректор мы закрепляем рассыпчатым. Сразу нанесу румяшки Королиста Hoola Light. Вот такой у меня корректор. Такой.
макияже губы всегда такие темные, вишневые. Поэтому я нанесла на губы вот такое вот средство сейчас. Оно прозрачное. Это карандаш от L'Oreal, как воск. Что он делает? Он темному цвету, и вообще, в принципе, любому цвету, просто когда это светло, это не так принципиально, он очень хорошо дает контуру держаться там, где надо. Ну, сейчас я беру вот этот карандаш, он No Name, я не знаю, что это за карандаш, у меня полностью стерлось название. Получились такие длинные губы. Мне нравится такой эффект. Что скажете? Так, мой помощник пришел. Извините. Вот такой хайлайтер. Mary Illuminizer. И пушистая кисть. Вот микс. Прикрепляю тоже такой новый хайлайтер. Этим хайлайтером. Карапузи моя тоже красится. Реалии жизни, да? Алиса? А ты что расскажешь? Зубчатая пудра от Make Up Forever. Сейчас открою. Такой немного бейкинг, но я не жду, пока оно там все абсорбируется, а сразу стряхиваю просто. Под глаза стараюсь нанести. Прозрачная пудра, и она очень круто закрепляет все и будет держаться просто как вторая кожа, все вот эти масочки. Ну что же, вот такой макияж получился у нас с малышкой. Я надеюсь, что вам было интересно вместе с нами. И мы побежали пока что гулять на улицу, а вечером мы едем в ресторан. Пишите, пожалуйста, как проходит обычно ваша суббота. Вы, я знаю, увидимся.